А что такое нафталин? Чем трупы обмазывают, чтобы они не разлагались? Вау. Это мазь такая, да. Какие-то у вас суровые запахи на России. Нафталин, какая-то гниль. Я не хочу нюхать ваши хосписы. Хорошо. Я говорю, у моего мужа мама умирала в хосписе. И я несколько раз навещала. Очень хорошо помню. Это не, не, ну, это как больница. Не, ничем не пахнет. Все беленькое, все стерильное. Никакого нафталина. Сама мама его ничем не пахла. Свежие халатики. Все свежее. Памперс. Я понимаю, но это не хоспис тогда. Вот приемная хоспис именно так пахнет. Нет, это на России так пахнет. У вас не только хоспис так пахнут, у вас так пахнут и дома престарелых ужасно. У меня моя подруга на Воронеже работала в доме престарелых. Она говорит, когда выходишь из дома престарелых, даже волосы на голове пахнут мочой и вот этими испражнениями. Ну, то есть они не могут их помыть. И они, как это, от того, что их не ворочаешь, у них откладываются какие-то, ну, грязь. Вот, и это ужасно, вот ужасно. Их шлангом на них бьют, сильной струей, но они прилипаются. В общем, эти грибки, это ужасно. Она говорит, идешь сразу, нельзя пойти в ресторан, там, к подружке, не знаю, на свидание, потому что ты воняешь, у тебя волосы пахнут с этими стариками. Опять же, вы даже не представляете, как живут, оканчивают свои дни финны. Я делала где-то месяца два назад ролик про Карелию и Финляндию. Вот там же перешейк, да, ну там с одной стороны Карелы, ну это финно-угры, это братья живут. Вот эти братья, это вот, ну, никому не нужные Карелы, которые никому не нужны, да, на них орут. У них нет, у каждого человека свои отдельные нянечки, своего отдельного меню, своей красивой кровати, которая там вся изгибается под его там плечики, ножки там удобно. И тут же там каждый день она меняет халатик. У нее куча халатиков. Вот, она подходит к своему личному пациенту, да. Она знает, какой у него борщ, какая диета, какие у него фрукты должны быть утром. Ну вот, и получается, там, боже мой, там прям стеночка такая красивая, там все такое просто. Я кадр останавливал, кадр за кадром показывал, какие в Финляндии дома для престарелых. Даже не такой красивый, ванны красивые. Вот тут вот, и есть дома для престарелых в Финляндии. И вот в Карелии это вот бомжатник. И там еще так с ними разговаривают, и такой тусклый свет, такая желтая лампочка. И вот это отношение к пожилым людям, как будто, знаешь, как будто они тебя раздражают. Там же нет такого, что ты, я тебе повторил, второй раз уже повторять уже устала. Типа, знаешь, в рот сую, там, жуй, не жуй, там, все облилось, пошел, наверное, дальше. Нет, ты что там, яки-мамочка. Как будто она ему, там, не знаю, родственница. И она слушайте, ну, давайте начнем с того, что пожилые люди бывают разные. У кого-то нет, может нет, быть нет, деменция, нет, у кого-то нет, Альцгеймер. Это страшные болезни. Подождите, пожалуйста, я вас не перебивала, зачем вы меня перебиваете? Это второй раз. Я обычно даже второй раз не закрываю. Вам очень повезло, что я вас не выкинула. Вот у меня уроки музыки, да, вот я педагог, ко мне приходят дети. Бывают дети, которые пришел, сел и заиграл. Бывает ребенок, который сидит и там, ой, котики, это мои игрушки, вот у меня игрушки стоят, да? Я же его по рукам не буду бить. А есть, которые вообще к маме жмется. Вот он пришел, он меня стесняется, к маме. Я понимаю, что дети все разные. Флегматики, меланхолики. Есть, которые сели на пол. Вот тут сели у меня на полу ковер, и они начали там тут же кого-то динозавра взяли играть. Я даже с пола не могу поднять ребенка, чтобы посадить его за инструмент. И я должна найти, ну, это моя работа, психолог. Я должна с этим ребенком договориться, потому что это long-term contract. Это длинная, как бы, дорога. Это очень длинные отношения. Это не единственное. То есть и не единоразовый урок. Это длинные годовые отношения. И, может быть, сегодня я с ним его не сделаю, Моцарта, но в течение там нескольких лет он полюбит музыку, и он будет играть, понимаете? То же самое, ты идешь работать с стариками, ты понимаешь, что перед тобой не живые, здоровые, полноценные люди. Это у вас же должно быть так, определенное образование и такой психологический тест, который вы, благодаря такому, которому вы сдаете этот тест, и только потом получаете работу. Вы не можете сказать, вот, я могу с этим договориться, а этот меня человек раздражает, он не понимает. Вы должны найти ключи каждому пациенту. У каждого должен быть чистый ротик, хорошая чистая шейка, все подмыто. Если он обоссался, значит, взяли и все это вымыли.
тут же, чтобы не пришла родственница и не узнала, что папа обоссался, понимаете? Финляндия, Дания, Норвегия, там, Германия. Вы даже не интересно. Откройте все эти страны, которые я перечислила, и зайдите слово «nursing home», просто зайдите. И вы увидите, как родственники приходят, они не ухаживают за родственниками, как вы говорите. Я сижу с дедушкой, я сижу с бабушкой. Никто не сидит с бабушками. Никто не сидит. У всех молодых людей есть своя жизнь. Для этого нужно государство. И это государство занимается. У кого-то есть частный, у кого-то не частный. Но в любом случае к старикам никто так не относится, как у нас в России. Вот я не понимаю, зачем жить в такой уёбской стране, иметь такую ужасную, трудную жизнь, постоянно считаешь копейки, как дожить до следующего месяца. В итоге ты в Грецию только никогда не поедешь. И дети твои тоже не поедут. И потом оказаться на этом ужасном диване, даже не диване, как его назвать, это каталка, не каталка, вот эти тусклые лампочки, и тебе еще будут говорить, слышь ты, ты уже сегодня, ты уже заебала ссаться. Так начнем с того, что мой дедушка находится не в доме престарелых, а в хосписе, еще раз повторюсь. Я поняла, что там воняет. Я говорю, такого запаха вы не найдете ни в одной из развивающихся стран. А я сказала, что воняет говном и смердит мочой. Я же ни разу этого не сказала. Вы сказали, в хосписе пахнет смертью. Да, и этого запаха нигде нет. Он везде есть, это очень страшные места, это в любой стране. Это у вас везде, это ваша Россия воняет смертью, вся, начиная с родильного дома. А в других странах такого запаха, ну поезжайте. Я живу в Америке 25 лет, я могу, заходя в хоспис матери своего мужа, рассказать, как он пахнет. Не нравится мой рассказ, сами туда зайдите. Зайдите в каждую палату. Там же в разных палатах живут. Ну, там, не знаю, там, по-моему, даже у нее была своя отдельная палата. Мне кажется, людей там не кладут вместе, чтобы их там паровозом можно было считать. Чтобы родственники заходили и никому не мешали. У каждого своя палата. Телевизор, всякие там эти кнопочки. Там столько кнопочек, чтобы вызвали, чтобы принесли водичку. Там все что угодно. Но они же вменяемы. Что-то они могут нажать куда-нибудь. Родственники не сидят с ними. Боже упаси. Кто любит маму ёбнутую, кто не любит. Знаете, ну не каждую маму на старости жизни хочется любить. Может быть, они там, ну, так вот, ну, посиди же, ну, мне лучше интересно с подружкой в кафе, скажи, понимаете? Поэтому мне надо не рассказывать, как эти. Конечно, если за пожилыми людьми не ухаживать, они будут отвратительные. И не вонючие нафтанилом или там, чем вы сказали. Короче, вы скажите, вы про Путина будете мне что-то говорить? Про СВО что-то будете говорить? Вы понимаете, вы пришли как будто... Вас же украинцы слушают. Про папу, про бабушку, про дедушку, все. Нафталин, все, проехали дальше. Меня, вы думаете, волнует как ванизм ваших этих... Я поэтому уехала из России, чтобы не дай бог в конце жизни не попасть в одно из этих мест. Поэтому скажите просто, вы понимаете, что вы вот часть этого паутинизма? Это как огромная паутина в России, где вы все застряли в одном состоянии. Вы все поддерживаете СВО. Вы все заслуживаете смерти. И так иначе, даже если вы переживете Путина, ну, это будет очень тяжелое бремя, как бурлаки на Волге, тянуть это вот прошлое за собой. Ну, ничего, как-то Германия это от фашизма очистилась руками, и тоже тянула. Они руками перезахоранивали евреев, которые не прошли через крематорий. Дети вытаскивали младенцев еврейских, а взрослые тащили взрослые трупы. Представьте, если вы тащите труп, который лежал там, не знаю, там 4 месяца с червяками. Вот под него вам 4 года, у вас вашему ребенку 4 года. Он поднимает трупик младенца, вот ему там, не знаю, вот скелетик уже, да, и он унесет. Вот если он перезахоронит еврейского младенца, который лежал 4 месяца, наверное, он потом понимает, что это не то, что там я вне политики, а это то, что я теперь своими руками должен... Это я его убил. Вы поедете в Мариуполь, вы будете раскапывать эти садовые участки? Вы будете раскапывать детские площадки? Вы роддом и драмтеатр, то, что там заасфальтировали, будете расколупывать, искать пальцы, которые там торчат? Вы вообще понимаете, что вы убийца этого всего? Я зачем веду эфиры? Вы считаете, что раз Мариуполь закатали по асфальт, теперь можно об этом не говорить? А если уже там поставили какую-то многоэтажку, вообще зашибись, да? Я еще раз повторюсь, я вам слово кривого не сказала, а вы на меня вот тут я вот сказала, вешаете грехи вот моих отцов, прародцов, я не знаю кого.
Вы знаете, что такое мозаика? Вот мозаика, представьте, что, например, заходите в церковь, и там везде такие маленькие такие кусочки, вот такие квадратики, да, и вот если на один квадратик смотреть, ну, не, ну просто какая-то блестяшка, но если смотреть подальше, там охуеть, там вот, например, там Мона Лиза или там, ну,